Друзья, хочу представить вашему вниманию сайт компании Кибертек. Кибертек – один из лидеров рынка систем безопасности. Компания предоставляет видеонаблюдение за няней через интернет, видеонаблюдение за офисом, когда вы в отпуске. Также ваш загородный коттедж будет под присмотром. В Кибертеке также можно заказать магнитные карты для офиса, установить видеодомофон. При обращении в компанию назовите промокод YouTube Пантелейкин и получайте заслуженные скидки. Видеонаблюдение через интернет, видеодомофоны, системы контроля доступа, локальные сети, сигнализации и многое другое. Доверяйте профессионалам. Ссылка на сайт компании Кибертек в описании к видео. Заходите. Ребята, всем привет! Наконец-то осуществилась моя московская мечта. Я, во-первых, нашел жилье, а во-вторых, нашел работу. Работа всякая хорошая, за которую платят деньги. Сегодня я вышел к метро «Беговая». Вот увидите, два дома стоит, написано «Беговой». Это ЖК «Беговой», а я к метро «Беговая». Короче, в чем прикол? Когда раздаете листовки, нужно всегда смотреть людям в лицо. Как бы вопрошающий, типа, мол, возьми листовку, заговаривать, там, проговаривать, там, лишние эти. Хотя, когда листовки Арифлейм раздавал, у меня самый высокий КПД был, чем у других раздатчиков. Почему высокий КПД? Потому что активность нужно проявлять. И, короче, сейчас я вам покажу, как нужно работать в поле. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Здравствуйте, возьмите. Люди требуются? Нет, пока нет. Это кто? Это партия «Родина». Слышали о такой? Конечно, слышали. А кто в руководстве, знаете сейчас? Ну, кто-то из коммунистов был. Фамилию не помню. Ну, не, это не помните, да, кто? Не помню фамилию. А был этот, как его? Сейчас он в этом, в оборонке-то. В оборонке. Рогозин. Во-во-во. Ну, да. Он был там. А сейчас там кто? А сейчас там Журавлев. Журавлев? Ну да, вот там все увидите. А, ну. Да. Так, а это к чему идет сейчас агитация? А это не агитация, это мы знакомим с партией. То, что вы новая партия? Ну, это вы не новая вообще. Ну, партия это новая, просто... Люди новые, да? Да, люди новые, молодые, здоровые. Понятно. Здравствуйте, возьмите про партию «Родина». При этом, ребята, важно улыбаться и получать отказы. Евреев там много в этой роте? Нет, там все нормальные люди. И русские, и евреи. Это плохо, что жиды, когда появлялись раньше в деревне, деревня нищала. Что сейчас происходит на Украине было, что и с нами сейчас происходит. И не ждите с ними улучшения. Хорошо, ясно. Первая обратная связь. Да. Верный признак того, что у вас не возьмут листовку, это когда у впереди стоящего не берут, и у вас точно ее не возьмут, потому что, ну, такой принцип. Просто психология человека. Так, здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. У метро, ребята, раздавать, конечно, тяготно, потому что люди все торопятся куда-то, спешат, и им как бы не до этого. Про партию «Родина» слышали что-нибудь? Ну, а можете сейчас что-то сказать? Негативное или позитивное, или нейтральное? Чем больше партий, тем лучше. Здоровая конкуренция. И это правильно. Здравствуйте, Вадим Михайлович. Здорово. Здорово. Как ты? Да нормально. Давай тогда тоже листовки заберу у тебя. А ты одну бери. Я уж хотел этот несколько взять. Можно фотографию? Можно. Сейчас. Я даже, если честно, не поверил. Вижу, Будаспорт, привет. А еще говорят, Михалыч, куртку верни, Будаспорт вам тогда на 140 тысяч отделы, и ты сейчас эту рекламу не отрабатываешь. Так я наоборот в этой куртке сейчас скажу. Вот, я как вижу только синюю куртку, думаю, Михалыч, не Михалыч. И вот первый раз Михалыч встретил. Ага. Можно фото? Давай. Блин, это секундомер. Спасибо. Ага. Удачи в Москве и всего тебе наилучшего. У меня джип в Москве, а я в другом городе. Давай. Ребята, есть еще такой момент, что когда люди подходят к метро... Да что за... Нет, видят, что съемочный процесс идет. Когда люди, короче, подходят к метро, у них срабатывает какая-то схема, что я в метро, вокруг... Те, кто стоит возле метро, раздают уже ненужную мне макулатуру. А вот, например, если отойти вот от метро, да, мы вот сейчас отошли, и раздавать здесь, мне кажется, будет лучше брать. Здравствуйте.
пожалуйста. Партия «Родина». Ага, спасибо. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста. Ну что-то первый человек взял, а... Здравствуйте, возьмите, пожалуйста, партия «Родина». Здравствуйте, партия «Родина». Ну пока процент по нашему пользу. Я еще воспринимаю раздачу листовок как такую игру. То есть человек, получивший от тебя листовку, это такой как бы бонус заработанный. Один балл. Чем больше ты баллов собрал, тем больше тебе очков дали. Партия «Родина». Слышали про нее? Нет, еще пока считаем. А за кого голосовали на прошлых выборах? Я не помню. Ну вот партию «Родина» почитайте, посмотрите. Вот. Листовку. Пожалуйста. Партия «Родина». Да. Первый раз слышу. Да? Вот, посмотрите. Все изменится лучше? Обязательно, конечно. Когда выборы? Выборы? В сентябре. В сентябре будут. Ну вот такое вот время есть изучить. Почитать, да? Да, да, да. Принять верное решение. Вот, молодые мамы, как правильно, отказываются. Здравствуйте, возьмите партия «Родина». Ну, это исключение. Да раздаю я листовки, да, оставшиеся. После этого еду к Косте. Сегодня мы покупаем гитару, которую задонатили очень хорошие люди на Твиче. Все, кто задонатили, топ-донатеры, будут написаны, хотел сказать, золотым маркером на гитаре. Ну, каким, черным напишем или там бумажку наклеим. Короче, все топ-донатеры будут на этой гитаре. Привет, Костя. Познакомлю. Алексей Рождаев. Один из самых лучших гитаристов Москвы. Да, да, да. Пожалуй, самый. Пожалуй, самый лучший гитарист Москвы. Сейчас мы купили гитару с ним в магазине. Рондо. Рондо, да. А гитара Rockwell. Rockwell, да. Как-то, да. Производство Китайской Народной Республики. За 5500 рублей. Просто все-таки добавил. Да, 200 рублей я добавил. И чехол за 500 рублей, собственно говоря. Ну, пришлось вложиться, да. Костя, было сразу, да, прежде, чтобы что-то получить на донатах, нужно туда вложиться. Да, ты вложился. Да. Да. И теперь я вот хочу сразу сказать, и на своем канале, я думаю, скажу, и сейчас вот мы с Алексеем как раз эту тему обсуждаем. Ага. Я хочу на свой стрим, который будет, видимо, в пятницу на следующей неделе, пригласить Алексея, и он поиграет свои навороты. И мы кое-что придумаем интересное на этом стриме. Он будет. Я не хочу просто так вот чисто глаза в глаза сидеть, а будем, может быть, каждый раз что придумывать. Ну, и вот ближайшее придумывать. С музыкой, а сидеть пиво пить. Да, вот, совершенно. В онлайне. Да, да, да. Тем более пиво я не пью, я пью водку. Ты что делаешь, Костя? Обмываем. Отравляем инструмент. А, ну и... Немножко на нее, немножко богам, остальное внутри. Правильно. Правильно, вот и я говорю, что выпить нужно. Почти что, почти все. Осталось только... Осталось самое необходимое. Да. Мы сейчас с Костей расстаемся на некоторое время. Костя идет просвещаться музыкально, а я иду за заказом Oriflame. И спешу вам напомнить, что отныне я буду под каждым видео размещать реферальную ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться в компании Oriflame. Не продавать по каталогу, ничего там не это, а просто со скидкой брать себе. Почему же не этого не делать, когда это выгодно, да, Костя? Ты же тоже в нашей ячейке, да? Да, в нашей ячейке в Красноярске. Ну, мы сюда. Не, диаспора, ячейка Красноярской диаспоры в Москве у нас так. Да, да, да. У нас наша первичка Oriflame сейчас частично представлена в Москве. Вот собираемся иногда. Частично во Внеисоке. И частично во Внеисоке, да. Да, осталось только Максима втянуть. Максима втянем. Втянем, все. Ребята, короче, наша первичка призывает вас вступать в Oriflame. Ну, правда, под мою ссылку, что поделаешь. Костя, под своим каналом будешь размещать свою ссылку реферальную на Oriflame, чтобы к тебе подписывались? Да к тому же, кто зарегистрируется, я же тому вообще канал буду помогать раскручивать, там и все прочее такое. Ну что, Костя, правильно? Правильно. 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 Вот, ребята, короче, регистрируйтесь под меня, и будет вам счастье. Я, ребята, скажу честно, что-то пить перестал. У меня какая-то функция за выпивание отключилась внутренняя. Костя даже удивился.
Да это все поправимо, это все нормально. Это бывает. Он что-то испугался маленько. А на самом деле бояться тут не надо. Надо быть смелее. Жень, да. Если что-то страшно, ты выпей просто еще сверху, еще три. И все нормально будет. Меня послушай. Я что, плохого что-то посоветую тебе? Да. Ну ты видел, какое у меня лицо испугавшееся метро? Да, я говорю, что ты что, боишься что ли? Что боишься-то? Народ куча ходит там, ну, час пик. Он говорит, мне страшно, всего боюсь. Я говорю, так это же просто лечится. Ну это элементарно, лечится, Жень. Не хотел снимать, думаю, что там получить заказ. Но мне кажется, это просто отдельная история, про которую нужно рассказать. Вот, видите, Oriflame. Такая же надпись я видел в Грозном, рядом с гостиницей. Это тоже был офис Oriflame. И вот такой вот логотип, да, новый. Я у Светы поинтересовался. Она сказала, что нужно подняться на второй этаж. Там подтвердить заказ. Вот, а потом спуститься вниз. Ну, видимо, вот сюда. И здесь его получить. Короче, пойду поднимусь. Как куда-то в родной дом пришел. Вот Oriflame. Вот. Здесь, вот, кстати, здесь проходят встречи. Так называемые встречи первого уровня. Вот. Делаю заказы все. А вы, да, крайне все. Ага. Ребята, а можете рассказать, у вас какое звание в Oriflame? У меня старший золотой директор. Старший золотой. То есть, получается, три директора, да, внизу? Ну, да. Ага. А они все в Москве? Они в Бизе. Короче, пойдем дальше, посмотрим. Вот. Я что хочу сказать, что очень много представителей Средней Азии, Киргизии, там что-то еще. Вот зал. Зал Джордани. Вот. Вот, люди работают. Работают. Вот, работают. Да, там гардероб, а там уже никто не работает. Работают люди. Короче, я что думаю, надо тоже сюда приходить. А вы не подскажете, а сколько аренда стола стоит? А, то есть я могу любого человека сюда пригласить, да? Только в запуск. Ну, это понятно, там и ясно. А вы здесь постоянно, да, рекрутируете? Да. Ага, а какое звание у вас? Старший менеджер. Да что ж такое тут? Это я знаю. А здесь есть вообще 9%-ники там? Там дальше спросить, может, есть. Да, да. Слушайте, получается, а здесь разные структуры или одна структура работает? Разные. Разные, да? Нет. А вы как приглашаете? Я основной приглашаю на акции. Ага. Ну, обзвон по телефону, да? То есть, как там, акции, человек оставляет телефоны и пошли-поехали там. Приходите, я вам подарок вручу, да? Да. Это у нас называлось «Подари подарок другу». А листовками раздаете возле метро? Вообще метод работает такой? Метод работает, но я таким методом не работаю. У меня акцент только на акцию. Ага. То есть список контактов. Ага. А лидеры где? Они в Москве, либо же... Здесь, в Москве. Да? То есть они на спортивной. Ну вообще в Москве листовками кто-нибудь работает? Работает. Да? Но я листовками не работаю. Угу. Но там ребят, сеть Москвы не работает. Ребята, а кто листовками работает? Рекрутирует кто листовками? Листовки кто раздает? Какие листовки? Ну какие? Ну, метод рекрутинга листовками кто работает? Наказ подойди, спросить. Наказ? На кассу? Хорошо, ладно, когда. Вы хотели зарегистрироваться? Да я уже сам в Oriflame, мне интересно, просто я собираю информацию. Не знаю. Не знаете? Здравствуйте. 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 Нельзя у нас записывать здесь. Ладно, хорошо, не буду. Включайте. Хорошо. Я всегда вот на метро там хожу, в основном девчонкам подойдут, здрасте, так, ну, объясняю им, и вот этот, который, план мечты, план успеха, вот это мне всегда с собой показывают. Вот то есть ты с людьми заговариваешь? Да. Листовки не раздаешь, да? Нет. Листовки не раздаю, в основном вот людьми общаюсь вот, и потом показываю, так, чисто вот этот каталог, не каталог, никакой раздачи нет у меня. И потом дальше пошло дело. Они зарегистрируются тут, и потом работают они для себя. Ну, в основном для себя как там. А диплом, парфюмерию,
шампунь, мыло, там все покупать. И, ну, wellness продукты, правильно? Да, главное у нее там 150 баллов, уже 3% коста. Ага. Он еще друга позвал. Ну, да, если не секрет, вот на 15% какой доход? 10-15, да, тысяч? Или сколько у тебя? 10-15. У меня там не 10, у меня 12, с 12 до 15. И еще бонус у меня там входит. Ну, то есть, я, если вот говорить про какие-то регионы, то есть это нормальная такая, ну, не нормальная, скажем так, но зарплата такой, как прожиточный минимум, и это только на 15%. Соответственно, когда ты выходишь на 22, ты вот сколько планируешь? Порядка 30, да, тысяч? Да. На стаж менеджер я планирую с 25 до 40. Ну и что, Костя, как концерт? Концерт в полном разгаре, пошли. А что там? Пойдем, пойдем. Пойдем, я тебе все покажу. Пошли. Он был назначен на 7 часов. Сейчас 8 уже. Сейчас идет. Так нам не слышно сейчас ничего будет. Да, да, да. Так. Вот он. А где музыканты? Вот. Какие-то иностранные музыканты. Ну да. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. А вы и есть концерт? Мы поэты, стихи пишем, мы ждем, когда начнется все. А давайте начинать уже. А где Яна сама? Обещала. А где Яна? Я не знаю. Да ладно, Яна, да, Яна. Давайте начнем. Давайте. Давайте. Мне понравилось, я такой формат. А что ждать? Так как бы начнем концерт. Вот такой свобода перед вами. Вот гитара, вот мы. Давай наша, давай наша. Как-то летом. Мы приехали сюда за проектом. Наблюдает вся страна, мы мечтали все 5 кастингов пройти и остаться, чтоб любовь свою найти. 15 клёвых людей на проекте Дом 2. С нами Ксения Собчак, Ксюша Бородина. На-на-на-на-на-на. А в итоге мы останемся вдвоем без обиды. Все до игры всегда ничья, потому что все равно мы все друзья. 15 клевых людей на проекте Дом 2. С нами Ксения Собчак, Ксюша Бородина. Третий есть куплет? Все реально. Надо здесь себя найти идеально. Это лето провести в цементной пыли. Арматура, пенопласт, мы в эфире. И это главное для нас. 15 клёвых людей на проекте Дом 2. С нами Ксения Собчак, Ксюша Бородина. Слушай, ребята, вы что не подпевали? Это же известная песня российского андеграунда. Это же как этот, ходит дурачок и вот вторая это по известности. Вот это? Ну. Ну, конечно. Мы зато слушали. Но. Ну, ребят, все, вы... Концерт окончен. Концерт окончен. Пойдемте, пока бабушка ждет. Я запаковываюсь. Правильно. Здравствуйте. Концерт окончился. В смысле? Мы сейчас исполнили песню и Дом 2. И решили, что все уже. Все, пора уходить. Да, потому что... А, ну это вы решили. Не, ну вы продолжайте как бы, а мы это... А, ты уже домой? Да, ну как-то мы это устали уже сидеть, мы тут сидим уже. Да, нам гитару еще нужно сегодня, как сказать, я пробовать. Я просто с работы только. Не, я понял, пиарщик. Понял как бы. Не, народ сидит. А где пиарите, кстати? В смысле? Ну, IT-компании. Эх, ну вот надо компании сразу называть. Там, в Яндексе, допустим. В Яндексе я ничего не пиарю. Ясно. А в какой компании? А вот. А вот. Ну что, Костя, мы спускаемся или идем? Мы идем. А, мы идем дальше. Идем дальше. Ладно. Да. До свидания. Счастливенько. Ага. Слушай, а это кто? Это есть организатор концерта. А почему она как прохожий идет? Ой. Как она должна идти по твоему? Нет. Организатор должен вот так вот бежать. Как это, как бабка из операции. Прибежать вот так вот. Ну помнишь ты, где бабка-то? Я помню. Да дело не в этом.
Я хочу сказать, что я сам организатор концерта. Я уже сейчас вот когда писал, как бы все это дело здесь на свою уже, так сказать, на свой канал, я уже объяснил почтенной публике, что ну, если я организатор, и у меня концерт назначен на 8 часов, а здесь он на 7 назначен, я обычно на 8 всегда назначаю, и прихожу в 5. Но организатор приходит первый, это однозначно, потому что решает вопросы там организационные, всякие там моменты, там, ну, куча всяких вопросов. Здесь концерт назначен на 7:09, никаких организаторов и в помине нет. Подожди, Костя, я уже заказ Oriflame получил. Да, да, да. Ты понимаешь, я рассчитывал вообще как бы, думаю, сейчас прибежу, как эта бабка тоже, опоздав на концерт. А ты не то, что не опоздал, тут, блядь, еще вон, вон чего. Да еще публика какая-то, вот посмотри, да? Мерзкая, да? Сыграли «Дом-2», да. Ну, казалось бы, на контрасте, ну, можно было бы как-то это оценить, да, вот этот вот момент, как бы, да. Хуй, как бы, никто ничего не оценил. Костя, ну ты что там за публика? А, как тебе сказать, молодежь. Да какая молодежь? Она молодежь, даже 40-летняя молодежь, 40-летние школьники, блядь. Да даже не молодежь. Молодежь-то, может быть, я молодежь еще, даже до сих пор, по духу. А это 40-летние школьники, которые вот сейчас, вот пока ты не пришел, они играли, например, Цоя. Сидели там, наигрывали «Белый снег», «Серый». Ну, блядь, ну что может быть пошлее, что может быть бессмысленнее, долбоебичнее вообще вот, по своей сути, чем вот сесть и играть это, так сказать, группа крови на рукаве. Ну, попсу вот это. Ну, попсу, вот это самое, что ни на есть. Я пришел, вот сейчас ты пришел, как бы, я хотел тебе исполнить. Ну просто, да, когда тебе увели в Oriflame. Да, я песню захотел тебе исполнить. Ну. Это самая андеграундная песня, самая, блядь, вот вообще, вот самая вот, которая наперекор, как бы, поперек вообще идет всего вот здравомыслия и всего. Ну да. Никто из них не оценил, они, попсовики пришли, блядь, они не знают меня. Они не знают, кто я такой, что я за андеграунд всю жизнь положил. И положу, что там мне осталось еще. За сколько здоровья там будет еще. Потому что, знаешь, они не понимают, что такое отрицание, отрицание, отрицание. Отрицание, отрицание, да. Вот 4 раза это слово, отрицание. Это где, в Сахарном Кремле? Да, в Сахарном Кремле, совершенно верно. У писателя Сорокина. Тихо, на гитару не падай. Мне главное это дома донести, а потом ее уже никуда выносить. Ну да. Ну, кроме как сделать эксперимент, за сколько мы настритуем на улице под песню «Дом-2». А, ну да. Но суть в том, что сейчас я поиграл на ней, я понял, что я очень давно не играл на гитаре. Я сразу хотел бы вот у многочисленных подписчиков своих, потому что у тебя на канале... Попросить деньги на аккордеон? Нет. На аккордеоне я не играл еще дольше. Извиниться за то, что я в начале, я, конечно, буду репетировать, буду все это дело как бы совершенствовать по мере сил. Ну чисто у меня даже пальцы с одной песни устали. То есть я не играл, года два, наверное. И просто я на железные вот эти струны, как бы, металлические, нажимаю, и у меня уже просто устали пальцы сразу. И поэтому сперва, видимо, много песен не будет, либо они будут какие-то очень простые. А «Дом-2» не очень простая, чисто в плане исполнения на грифе. И поэтому я подрепаю еще. И я думаю, что будет как-то совершенствоваться все это дело. И «Дом-2», чтобы исполнять реально, а не виртуально, ну, может быть, через месяцок потеплеет, и мы, наконец, выйдем стритовать со шляпой уже. Давай, давай. Под эту песню. Чисто под эту песню. Больше не хочется. Вот ребята еще на раздатчиков листовок ругаются. А мы-то молчим. Мы просто листовку даем, проходит человек мимо, он идет. А здесь куда уйдешь ты? Вот куда я сейчас уйду? Музыка играет и играет и играет. Меня не спрашивают. Не хочешь, не слушай. Сейчас, смотри, сейчас еще третий куплет пойдет. Я устал на работе. Я уже не человек, я зверь. Я хочу отдохнуть. Я домой хочу отдохнуть. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Подожди, сколько тебе? Слушай, давай ходить, а? Ты вот сейчас смотри, рубль можно с этого свободно. Рубль свободно? Сколько? 15. 1500. Какой 1500? 15000. Она рубль свободно собирает? Вот сотки, сколько есть здесь сейчас? Ну, соток 7 бросили. Ну, не рубль, ладно, 500.
Ну, 7 тысяч, допустим, с электрички, да? 7 тысяч с электрички. А 7 вагонов прошла, но и тоже 5 сыграла, 7 тысяч получила. Если она 3 электрички прошла, ну, она 20 сколько? Тысяч заработала. Ну, да. И электрички, их же каждый день ходят. Каждый день. Они ходят каждый 20 минут. Подожди, 20 тысяч в день она зарабатывает. Ну, допустим, если на 3 электрички. 3 электрички, 20 тысяч в день. Так, дальше. 20 тысяч в день. А в месяце 30. 30 дней. На... 2 3 сколько? 6. 600 тысяч рублей. 600 тысяч в месяц? Что-то мы не то делаем. Может, мы не тем занимаемся вообще? Я думаю, что да, не тем. 600 тысяч в месяц. Подожди, да даже если в два раза меньше, 300 тысяч. Ну, даже если меньше, ну 300 тысяч. Она через 2 года квартиру в Москве купит. Играя в электричку. Через полгода. Через полгода. А через год в Одинцово где-нибудь. Дом. Дом. Тащу. Чего ты тут уже, блядь, тыкаешь, блядь, все тыкаешь, блядь. Здорово. Здорово. Ну, кстати, что, живой там, блядь, Красноярске вернулся? Блядь? Да не из Красноярска, а с Кемерово, скажи еще. Ну, с Кемерово-то ладно, что ты, блядь. Красноярска, блядь. А? Нормально. Нормально. Вижу, побрили только. Ну, хули, половые губы вторые стали, видать, ебать. Ну, как тебя, блядь, шило подъебнуло? Какие вторые-то, блядь? Ну, что у вас там по плану сегодня? Что по плану? Бухать. Я лично после алкокомандировки. А, все, ты в завязке, да? Я на пиве отхожу. А, так ну ты все равно же выпил. Не, ну я так просто, чтобы компанию, чтобы как-то на одной волне с Костей быть, чтобы, ну, потому что все, водка это все, зло. Караул, короче. Ну, ты что-то похудел, по-моему, даже, не? Да это у меня, я всегда люблю эту кофточку носить, она меня стройнит. А, стройнит? Ага, и наоборот, у меня ремень не сходится. Да, ремень не сходится. Сейчас будем пить. Нет, ты будешь пить, блядь. Я-то не пью, блядь. Ты. Ну ты не пьешь, понятно, но Женя пьет. Ну, Женя пиво, блядь. Да, ну он пьет, он запивает. О, ни хера себе, ты что, тут карасей, что ли, Костян сделал? Ой, уважай, блядь. О, блин. Нихуя вы балуетесь, корейка, блядь, свиная, запеченная, блядь. Баденька, блядь. Холестерин, блядь, тут я чувствую. Ну и как ты не изменяешь своим традициям, колбаска, браншевая, да? Мы не изменяемся. А, то есть это ты на утро, это Костя на утро доширак, блядь, оставил, да? Бульончик, блядь, поклёвывать и в пот пробивать, вот так вот рукой, да? Я очень рекомендую сперва бульон, ну так, сделать бульон, бульон выпить и в оставшуюся лапшу с говном вывалить кильку, перемешать и сожрать. Давай. А потом сразу сортир, да? Во-первых, да, во-вторых, весь день потом кушать не хочется. Да. Только желудок прочищается, да? И только виски потеют, да, Костя? Да. И похмельный синдром, блядь, да, сбивает сразу. Похмельный синдром, только похмельный, потом уже не думаешь. Только, Костя, из прошлого видео эти зожевцы и ППшники видео лайк поставили Косте. Какой Костя молодец, правильное питание, все такое. Да, ну и да, они фашисты. Я за здоровый образ жизни, это фашизм чистой воды. Ну да. Фашисты, да? Да, конечно. Ну, Катенька, что-то у тебя, когда ножка, блядь, заболела, нахуй, ты сразу, блядь, маму потерял, нахуй, схуднул. 10-15 килограмм скинул. Пить бросил, и по больницам сразу начал бегать, да, блядь. Да, было дело. А, блядь, не пил, не пил, 2 месяца не пил. Вот, хотите верьте, хотите нет. Вот сдал меня, кстати. Да. Нет, это я тебе под чай. Нет. Ну пусть берет, пусть это... А что? А, партия. Партия Родина. Россия. Партия Родина. Это что, у тебя? Нет, такой... что ли? Нет, это Женя мне подарил кружку. Я сегодня листовки раздавал. Это партия Родина. Да ты что? Да. То есть ты вступил в партию Родина? Практически. Тебе партбилет дали? Скоро дадут. Когда обмывать будем? Вот когда дадут, тогда и будем обмывать. Слушайте, а это дело же. Обмывать вступление в партию. Ну, это не дело, это всегда так делается. И ты в курсе, что там по последнему номеру, блядь, сколько билетов цифра будет, сколько пузырей ставишь водки, чтобы утвердиться там. А кто лидер-то партии Родина, ты знаешь? Журавлев. Ну, Журавлев, нет, я просто думал, он скажет. Я не знаю. Журавлев. Был Драгозин раньше. Драгозин? Да. Сейчас Журавлев. А кто он такой? Драгозин кто такой? Нет, Журавлев. Ну, есть такой. Я с бородой. Давай еще раз отметим, кто задонатил. Значит, Копалыч.
3100 рублей. Алексей, 1000 рублей. Элгритас, 700 рублей. Добро пошло. 500 рублей. 500 рублей. Алекс Палец, 100 рублей. Кузя Вася, 50 рублей. Виктор Цой, 50 рублей. Я говорю, был бы живой, задонатил больше. Уже я сегодня чувствую, выпуск будет на час. И, соответственно, переходим на стрим, давайте. Да, а завтра я иду на Ваганьковское кладбище. До завтра.